Воды не было дома вчера. Пришла ночью очень быстро. Пока я собиралась, уже выйти не смогла из дома. Да готовы были уже, потому что предупреждали всех, говорили, что будет. Правда, не ожидали, что столько будет. Надеялись, что меньше. Но куда деваться? Стихия, она и есть стихия. Как-то пришли, как-то успокоились. Думаю, здесь вот хорошо. Оренбург не затопленный будет. Лишь бы Реклинская ГРЭС не прорвало. А если прорвется, тогда все труба. Несколько же квартир. Да. Ну, вот, две, дайте. Ой, я подходил. Спасибо. Отталкивай.